вроде идет, я хуй его знаю. Ну, блядь, раз рейк написано, время отчитывается назад, значит, что блядь. Нет, ты начинай. Так, и что за гонение? Звук-то я потом налажу. О, ебать, он стоит косарей 15-18 сразу же с первого пака. Красавец. Ну, может быть, я не знаю. Ну, стоил дохуя, я не знаю. Смотрим. 16, ну, блядь, ну, 12, ну, вообще в порядке. Нормальный пацан. Нормальный. 150 рублей? Да. С косаря я отбил 150 рублей. Не, ну, уже заебись, чё, блин. Вообще ништяк. Алаба, блядь, давай, алаба, тащи, тащи что-нибудь, что-нибудь вкусное, давай, давай, давай. Блядь, какой-то дрищ попался. Бомжара, блядь, ну ладно, это... Нажимай крестик, потом вниз, на поинт. Попробуй, давай. Вверх, да. Сплыва! Бомжа, блядь, давай нам. Как обычно. Ебать ты бомжа вытащил, чувак. Ну, ну хватит бомжей вытаскивать. Чё нам ты подаришь? Месси. Месси, давай нам информал о Месси. Не впадло, по-братски. Игуаин! Не, ну Игуаин тоже там стоит косарей. 7. Ну нет, 7 пижу, но косарей. Косарей 5 он точно стоит. На, блядь! 7 стоит, сука! На! Уже, сука, 250 рублей отбили. Я буду хуёвый, ты можешь. Да. 250 рублей с двух косарей отбили. Так кто у вас? Месси, Месси. Месье, Месси. Давай, Месси, блядь. Тащи, блядь. Тащи, тащу. Загоев инфор! Это пиздата, да? Ну он как бы такой, если шоу минимум за десятку можно впарить. Как эксельного. Это там нормальный, там пиже, чем ты вытащил? Да, это пиже, чем. Блять, а что-то нету. Нету информового от Загоева, блять. Ладно, похуй, потом посмотрим, но не так все плохо, оказывается. Оказывается, все даже заебись. Пока что. Месси, блядь, давай Месси, блядь. Еще раз Месси. Месси, давай, блядь. Давай информал Месси. Загоев, конечно, пиздатый информал. Нам нужен информ Месси. Кита, блядь, что это за бомж вообще? Денис. Бомжей каких-то понадавали. Ну, вот еще монеток. Нормально косари подрубили. Азар. Азар, это Челси, чувак, хуярит. Нормально. Азар, давай нам Азар. Вот давай нам Азара чисто по-братски. Я не считаю. Ну, блин, бомжей вытащил, вообще на никого нет. Бомжи. Бомжи. Ну давай, давай, давай. Игуаин, давай нам какого-нибудь пиздатого игрочела. Давай, давай, блядь. Просицкий, ебать, ну. Ну почему, блядь? Говнари такие, пиздец, реально. Российский. Российский у меня даже в запасе не сидит, потому что он вообще бомж. На. Давай, блядь, информ. Загоева вытащил. Месси теперь надо. Информ Месси, блядь. Нет, хуеси не надо. Вот Месси было бы ничего. Давай, блядь. Давай, сука, давай. Никель, блядь. Ну там стоит что-то косарь, может, полтора. Азар, Азарян, блядь. Давай, сука, тащи. Азарянище. Давай, 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 давай. Да, блин, ну куда вы мне бомжей пихаете? Ёбаный свет. Пиздец, Сар. Сар, у меня тоже уже есть. Да. Месси, блядь, Месси. Вот Месси у тебя парта, давай. Тащи. Тащи Месси, блядь. Месси, давай, блядь, давай нам информ Месси, блядь, или Тевиса, похуй, пойдет что-нибудь, информ, давай. И Бора, блядь. Ну, и Бора, так и Бора. Вот
Такого пацана у нас еще не было. Ты чуть помедленнее делаешь? Вот. Тут время, чтобы насладиться моментом. Ну, чтоб... Иньеста, блядь! Иньеста, ебать! Иньеста, ебаный свет! И Рамос! Ебать, в одном паке Иньеста и Рамос! Вы шо, блядь, гоните? Ебатюшки! Ебать! Ааа! Иньеста, сколько? 70 косарей, ебать! Ааа! Иньеста, ебать тебя в ноздри! Ну этот подешевле явно, но тоже там что-то стоит. Ебать, блядь, с одного пака почти вывезли половину. Ёбаный свет, это пиздец. Блядь, Стас нас проклянет просто. Скажет, вы охуели, твари. Это пиздец, это просто пиздец. Я в ахуе. Я в ахуе, Иньеста, блядь, Иньеста. А, бля, чувак, ты тащер дикий, бля, я тебя буду звать. Жервиньо, блядь! Жервиньо стоит тоже, ну там, ну, как бы, пак он точно окупает своим присутствием. 7 косарей. Ну да, блядь, стоит. Алло, Дэн, я тебе сейчас перезвоню 5 минут. Иди тащи, иди, блядь. Иди фартажопу, блядь. Давай, Информа, блядь, ты тащишь, сука, Иньест, Информа, давай, блядь, Месси, там, я не знаю, там, Робена, Азара, кого угодно, блядь. Давай, блядь. Давид Вилья, блядь, ну, нормально, чё. Не, ну не всё ж Иньест будет вылазить у нас. Ховард, блядь. Ну давай, Ховард, ну ебать, Иньест и Рамос в этом паке, это пиздец, это... Что, блядь? 75? А чё, меньше не было рейтинга? Пиздец. На, тащи. Да, Месси. О, блядь, Месси тебе прёт на Месси, пиздец просто. Давай, Месси, Месси. Месси тащер, блядь. Месси тащер, ебать просто, тащер. Давай, Месси, давай, давай. Гуарин, блядь. Ты чё, ты стоишь, Гуарин? Не, он, ой, так. Блять, пятерочку стоит, блять. Тоже, в принципе, пак отбил. Уже неплохо. Будешь Стасу рассказывать, только на громкой связи. Я хочу все его маты слышать. Игуаин. Игуаин. Ну давай, Игуаша, давай, чё. Блять, ну почему бомжара, блять, какой-то вылез? Пиздец, он вообще... Почему две? Он это было одно. Чтобы был приятно, да? А, не, а здесь легенд нет на Соньку. Алаба с Баварии. Ну посмотрим же, может Алаба вообще затащит, блядь, перебьет Месси. Не, тупо, тупо Месси самый такой. Бомжа, бомжа вытащим. Не, ну как бы... Как бы ничего все равно, ничего, блядь. Хо, блядь, Ховард меня заебал, ты хоть раз что-нибудь покажи, ты такое годное. Понятно, блядь, спасибо. Вообще, такую годноту дал. Есть такой чувак, бомж, оказывается. Азар, блядь. Азар, блядь. Не, ну Иньесту вы дали, блядь. Давайте там, не знаю, кого-нибудь пиздатого, который там... Хотя пол ляма стоит. Ну так, хотя бы. Хуй с ним, Информ Месси не надо. Понеслись бомжи, блядь. Бомжи понеслись... Бомжи. Азар. Ну Азар, давай. Азарище. Азарище. Ну что это, блядь? Ну, ну ёб твою мать. Ну, где нормальные игроки? Все закончились, блядь? После Иньесты все, пацаны. Во, на, Месси. Твой любимый Месси. Одни бомжи теперь, блядь. Месси, ну как? Сука. Ну, по-нормальному, давай, опять на дачу. Да ебать, ну вот все, понеслись бомжары какие-то вообще. Ущербные просто. Ай, блядь, давай, Гризман, что-нибудь покажи там. Что-то достойное продолжение. Рональдиньо. Ну, блядь, если бы Рональдиньо выпал лет 7 назад, наверное, было бы пиздато. Сейчас это, блядь, такой же бомж, как и Дзюба. На. Гуаин, блядь.
Не, ну, в принципе, мы практически все бабки отбили. Да? Ну, практически так. Ну, может, чуть-чуть, небольшой, там, рублей на 200, на 300 минус. Чалханулу, блядь. Блядь, повезло эти чалханулу. Бомжи повторяются уже. Сколько повторяющихся бомжей. А вот теперь я решил Месси, ну давай, Скажи, что ты могёшь. Ну да, блядь, ты мне теперь бомжей будешь пихать один за одним просто. Ерёменко, блядь. Вторая. Данте и Роха, блядь. Ну Роха тоже что-то стоит, блядь. Бля, ну лучше бы ты, сука, Ди Марию дал, а не Роху. Блин, ты заебал. Ты вот появляешься, ты нихуя не тянешь. Смысл от тебя? Квадрата! Ебать его в ноздри! И сколько? Нормально, полтосик. Ебать, Квадрата! Ну теперь точно отбили все. Егой, молодец. Еще и золотой пак выиграли. Вообще пак. Ебать, да, месяц мой. Блин, месяц. Ну теперь завершение нам информ Месси или Тевиса, и вообще будет все заебись. Да. Масленица. Ладно. Я не забыл. Давай, сука. Да. Кто, блядь? Фернандиньо! Он тоже, блядь, стоит прилично. 23 косаря. Столько подыскала. А, на. Хорд. Я потом бомжепак открою. Так, слушай, если ты еще будешь пополнять, оставь эти FIFA Points и все, потом за 150 откроешь. Там же тоже сотка останется. Не, так сейчас можно открыть. О, еще и золотой пак. Не, ну я понял. Просто да. Что, просирать на бомж? Смотри, у нас два бомж-пака нам дали. Бесплатно? Да, один я открываю, один будет, хорошо. Ну там, блядь, по-любому сейчас бомжи будут вывалиться, там надо редко себе. Кто, блядь, Марлос из Шахтёра? Ну понятно, блядь. В принципе, ничего не надеялось.